сейчас идет война. Сейчас не просто требуешь от известного человека какого-то покаяния за то, что он когда-то с Путиным за ручку ходил и проводил экскурсию по офису. Сейчас хочется... Время все-таки особенное. В это военное время хочется, чтобы четко была обозначена позиция. Аркадий Волошин сделал, он осудил войну. И рассказал о том, как он конкретно сотрудничал с этой властью, что он и не отрицает, что делал, какие запросы делал ФСБ, какие механизмы взаимодействия между ними были настроены, потому что это важно, сейчас это важно. Это в том числе, это не самое главное, что привело к войне, но вот такие истории про сотрудничество, про то, как режим ломает даже такие классные вещи, как Яндекс. Если ты участвовал в построении пропаганды даже через такой механизм, как эти Яндекс.Новости, если завтра Аркадий Волошин выйдет и скажет, я выделяю там огромную сумму на... огромный какой-нибудь VPN для всех россиян, чтобы обходить блокировки, или какой-то фонд помощи. Я осуждаю войну и создаю фонд помощи политзаключенным. Это деятельное раскаяние, которое необходимо не просто слова, а действия